Мария Бойса Николска. Вы уже давно знаете, в английском языке 26 букв, а вот звуков в английской транскрипции целых 46. Как же не запутаться? Сегодня мы с вами разберем отдельный звук «д». «Д». На первый взгляд может показаться, что это практически такой же звук, как наш русский «д». Но это не так. А почему, я вам сейчас расскажу. Когда мы произносим русские слова, например, «дом», «дверь», «дети», наш язычок упирается сразу в зубы. А вот, чтобы у нас получился английский звук «д», нужно язычок немножечко наверх, чтобы он едва касался неба. «Д», «д», «д». Например, слово «д», «дог», «дог». Мы все привыкли говорить «дог». Но если англичане услышат слово «дог», они сразу поймут, что вы иностранец. А сейчас мы с вами немного поиграем. Представьте, что вы всю свою жизнь прожили в Англии. И вот приехали в Россию, и теперь все слова вы говорите с английским акцентом. Но сегодня мы потренируемся на словах, которые начинаются на букву «д». Давайте повторяем за мной. «Д». «Дверь». «Д». «Дети». «Д». «Двор». «Д». «Дождь». Не забываем, что наш язычок поднимается немножко наверх, чтобы у нас не было русского звука «д». А сейчас мы с вами усложним нашу задачу и будем произносить полностью английские слова на звук «д». Repeat after me. Повторяем за мной. Digging. D. Digging. Donkey. D. Donkey. D. Disc. D. Disc. D. Dot. Dot. Dance. D. Dance. D. Dog. D. Dartboard. Dartboard. D. Dream. Dream. Обязательно потренируйтесь дома. Вы можете добавить еще свои слова на букву «д», но только чтобы звук у вас был именно английский. Жду ваше видео с выполненными заданиями.